пожаловать! Добро пожаловать на наше шоу! Которое, между прочим, должно было состояться еще в апреле, но мы знаем, какие обстоятельства нас вынудили встретиться именно сегодня. Победим, так скажем, эту весну. Да, верно, лучше поздно, чем никогда. Так, два нюанса. Во-первых, я переключусь на тот микрофон, потому что этот у меня банально не тянется. Да, я даю его тебе. Раз, 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 два, три. Вот я и здесь. Ой, ладно, он падает. Ну, в общем, я здесь. Так, второй нюанс. У нас вообще должен идти прямой эфир в Facebook и ВКонтакте, но почему-то там... А, все идет, все замечательно. В таком случае мы с вами двигаемся дальше. Поехали. Поехали. Наша следующая песня. Kingdom of Fun! Bye.
Да, пошла жара, пошла жара. Уже все мокрые. Зато все улыбаются, потому что Kingdom of Fun, ну, все-таки, ну, веселье, правильно? Итак, следующая наша песня. Это песня из нашего альбома, который должен был презентоваться в апреле, но презентуется сегодня. Итак, это песня Tyrannicide! Oh,
пару слов об этой песне нашей записи. В данной композиции, в студийной версии, у нас принимал участие вокалист, довольно известный немецкий, Херби Ланханс, который, в общем-то, вокалист очень знаменитой группы «Авантазия», который приезжает достаточно часто у нас в Москву, выступает очень успешно. И вот мы заполучили этого вокалиста на наш прекрасный сингл. И могу сказать, он очень даже зашел людям. Я просто безумно этому счастлива. У меня была давно идея, скажем так, совместной записи с зарубежными вокалистами. Наконец-то она осуществилась! Андрей, у меня нет... А наша следующая песня, она отсылает нас к нашему предыдущему мини-альбому под названием... Правильно? И это наша песня! Извиняюсь. Присутствует басист, который участвовал на записи альбома Ротурум, это Дэми Бэйк! Дэми. Хочешь медиатор? Дэми. На. На еще один. Да,
кстати, у нас медиаторы есть, и иногда ими кидаются. Есть и только очень щедрые. Он очень... Итак! Очень вежливо попросил, он просто... Няшно. Следующее слово мы передаем нашему замечательному барабанщику Виталию. Он подготовил для вас кое-что очень интересное. Давай!